Люсь, давай это все... Что? В миску, давай соберем это все, давай. Слушай, скажи, и ты тут еще? Давай я возьму мисочку, давай. Люсь, ну ты не должна такой жадной быть. Ты же интеллигентная девочка. Двумя ногами держится. Я тебя... Я что? Мы же ничего не жалели, ты понимаешь? Я же тебе говорю, как почка в сале, ты понимаешь, живешь. Люся, чтоб ты мне за несчастные орехи грецкие мозг вынесла. Может, хватит? Хватит? Люсь, хватит? Она сейчас говорит. Хватит, Люсь? Давай хватит. Отдать? Люсь, да нельзя, да это много столько лет. А что, вот так? Зачем ты это делаешь? Чтоб тебе хоть что-то осталось в этом жестоком мире? По крошечке чуть-чуть. Нет, ты понимаешь, она на, мне для тебя не жалко. Ты к папе пошла, к папе? К папе? Скажи, папа, бери меня и орехи. Моя же. Ну, я ж ты, дурочка, на. Скажи, я доверяю только тебе, понимаешь? Мне все-таки принесла. А кому? Она и тогда тебе пыталась. Ой. Нет, это, понимаешь, вот позволяет полностью. Да, Люся. Сидеть на голове, да? Да, Люся. Такого от тебя. Нет, так тем более орехи грецкие. У нее все время в рационе, ты понимаешь? Почему зашло именно сегодня? Ты посмотри, прям пылесосит. Люся, что произошло? Обалдеть. Что там? Да, твои любимые, да. У тебя что, прилив жадности или что сегодня? Хорошо, давай открою все. Твоя голубика, все, твоя. Голубика, да, сейчас открою, подожди. Люся. Я даже руку к ней не протягиваю к этой голубике. Люся, да. Что? Уже, ты знаешь, есть такая поговорка и ротом, и еще одним местом. Вот так и ты понимаешь? А? Можно я возьму ягодку? Ягодку можно, да, я вижу, разрешаешь. А коробку? Люсь. Щеки полные. Не, ну с голубикой как-то попроще. Это да. На, доедай. Это ты папе оставила две, ну, да? Спасибо, да. На, доешь. Ну, немножечко, чуть-чуть. На. На, она сейчас тебе еще оттуда вынет. Угу. Свитая голубики. Ой, мы не можем смеяться. Она тебе масочки из голубики сделала. Не делай этого, пожалуйста. Люсь, надо было столько напхать ту голубь. Блянь, свитер стирать, весь фиолетовый, голову мыть, фиолетовая вся. Уже не лезет. Я тебе говорю, что? Ты посмотри. Что такое, Люсь? Ей уже ж вылазит, все выплюнула. Рот весь обсвитан. Что у тебя сегодня? Что за настроение? Что же за обжорство какое-то? И приступ жадности. Да. Да, к чему идем, Люсь? Стыдно вообще мне за тебя, Люся. Стыдно. Ну так вот чуть-чуть. Не знаешь, что и полировать, что? А у тебя там еще и орехи были. Укус на тебе, девочка. Стакана воды ты нам в старости не подашь, я поняла. Обойдетесь. Нет, вот же как держит, ты понимаешь? А как она вообще ощущается уже на голове? Да, уже тяжело. Ее, кстати, надо в пакетике взвесить.
Мы ее давно очень не взвешивали. Надо со мной взять. Здесь. А, ну ты да, на руки взять, и потом без нее. Люсь. Ну-ка давай я поднимусь. Люся, смотри, гора движется под тобой. А там Жоя что, клюв точит? Жоя, ты что делаешь? Клюв точишь? Звук такой был. Ого. Опять. Вот это был прыжок. Люся, дай. Люся, без паники на Титанике. Без паники. Вот воришка. Повторяем еще раз, Люсь. Халва тебе не нужна. Да. Хоть истери, Что? Ты еще на меня нападать будешь? Правильно, Люся. Что? Скажи. Ты на меня нападаешь? Нам с папой. У него глаза такие аж. Ты видишь, как она защищает меня? Она тебя защищает? Это ты так сам себе вот это, Владик, придумал? Она у тебя еду свою прячет, просто, понимаешь, под твою защиту отдает. Люсенька. Моя хорошая. Да. Тебе хоть бы один орех дала. Или одну голубику. Все сожрала, понимаешь? Да. Да, и она даже курец не хочет. У нее сегодня, ну вот, правильно Олег Алексеевич говорит, вот у них так вот, допустим, нашли, да, там гнездо, наелись. Мы вот сегодня кормили ее родственников, да? И один самый самец даже не вышел есть яйца перепелиные. Не многовато мешочек? Люсь, отсюда не слабо взять? Люсь, вот сверху. Люсь, вот сверху. Это в тебя тоже войдет, да? Какой характер, а? Это я. Аж трусится, понимаешь? Ест, аж трусится. А что ты его не ешь? Орехи. Смотри, у нее аж руки трусятся. Да смотри, сколько она съела, там было это самое. Люся, помочь папе не пробовала, нет? Нет, зачем? Он же сядет сверху, да? Ничего, что кто-то вот это кидает, а кто-то потом собирает, ползает. Сколько орехов собрал, Люсенька. Угу. Казала бы я вам обоим. Любовь это насколько уже до чего дотягивает? М? Иди сюда. Любовь похожая на сон. Ты ж бибизёна. Что, бибизёна ты? Ух ты ж. Люся, ты где? Снизу. А я опять тебя достану. Что? Что ты прячешься? Что? 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 Ты посмотри на неё. Вот же ж веревки. Это вот твое все баловство, понимаешь? Абсолютно неуправляемая бибизяна растет. Что? Огурчиков давай. Сладко. Как с гуся вода. Я ругаю, он и огурчиками кормит. Ну да, бананчиков. Угу. Вот сверху, что ты шугаешься?